вы знаете, меня очень тронуло, как вы достойно, хорошо, по-человечески говорите о Ельцине. Вот спустя годы у нас принято у политиков многих, вот я смотрю за ними, у нас принято, они ругают тех, с кем работали спустя годы, говорят какие-то нелицеприятные вещи. Вы исключительно достойно и красиво говорите. Скажите, а вы читали книжку Коржакова о Ельцине? Ну, я могу так сказать, читать ее для меня невыносимо, но какие-то нелепости и глупости пришлось, так сказать, полистать. Но мне кажется, что это тот случай, когда Александра Коржакова можно только посочувствовать. Это такая трагедия личного человеческого выбора, когда по разным причинам он настолько потерял способность честного, справедливого и добросовестного взгляда на свою работу и свое сотрудничество с Борисом Николаевичем, что это даже комментировать неприлично. Поэтому сочувствую, переживаю, что такое бывает с людьми, и не знаю, как помочь Коржакову восстановить свое какое-то здравомыслие в этой связи.